Субханаллах, братья мои, в мечетях после завершения молитв Фаджр и Магриб мы слышим, как молящиеся в один голос повторяют следующий зикр. «Ла илляха илляллаху вахтаху ла шарика лаху, лахуль мульку ва лахуль хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир». Нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала, и он все может. Они произносят его 10 раз. Для чего этот зикр? В чем секрет этого зикра? В чем достоинство и сила этого зикра? Послушайте, братья мои, о великом достоинстве данного зикра. И, возможно, многие из вас не слышали о следующих достоверных хадисах. Сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, кто произнесет после молитвы фаджр, все еще сидя на коленях и до того, как заговорит, то есть будет сидеть на том же месте после молитвы, не двинувшись и не заговорив о чем-либо мирском, кто скажет после молитвы фаджр «Ла илляха илляллаху вахтаху ла шарика лах, лахуль мульку ва лахуль хамду юхи ва юмиту, биядихуль хайр ва хуа аля кулли шайин кадир». Нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала. Он оживляет и умерщвляет. В его власти всякое благо, и он все может. Тому Аллах запишет по 10 добрых деяний за каждое повторение, сотрет его 10 грехов и возвысит его на 10 степеней. И эти слова будут оберегать его от всякого зла в тот день и станут защитой от проклятого шайтана. Аллаху Акбар. Взгляните на великое достоинство и силу этого зикра. И эти слова будут оберегать его от всякого зла в тот день и станут защитой от проклятого шайтана. В другом риваяте пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, кто произнесет «Ла илляха илляллаху вахтаху ла шарика лаху, лахуль мульку ва лахуль хамду юхи ва юмиту ва хуа аля кулли шайин кадир». Нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала, он оживляет и умерщвляет, и он все может. 10 раз после молитвы Магриб, то Аллах отправит ангелов-хранителей, которые будут защищать его от проклятого шайтана до самого утра, а также запишет ему 10 благих деяний, сотрет его 10 тяжких грехов, и это станет для него равносильно освобождению 10 верующих рабов. У него будут ангелы-хранители, то есть Аллах субханаху ва тааля пошлет этому мумину, поминающему Аллаха, ангелов-хранителей, которые будут защищать, охранять и оберегать его от шайтанов. Это значит, что ему необходимо произносить данные аскары после молитвы Фаджр и молитвы Магриб. По причине слов «Ла илляха илляллах» – «Нет Бога, кроме Аллаха» – были созданы небеса и земля. Самые великие слова на свете и самые могущественные слова на свете – это «Ла илляха илляллах» – «Нет Бога, кроме Аллаха». Станьте частью нашего даавата и получите вознаграждение садакатуль-джария. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Лучшее деяние – это то, что совершается постоянно, пусть оно даже будет небольшим». Также он сказал, «Кто укажет на добро, тот получит такую же награду, как и совершивший это добро. Вы можете сделать пожертвование по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно».